Добрейший вечерочек, дорогой друг, с тобой снова я, Ферамир. И, ребята, сегодня мы будем бороться против хейтеров и играть на моем сервере Майнкрафта. Вы слышите? Кто-то стучится. Кто-то стучится, нужно проверить. Нужно проверить. Это хейтеры. О боже, дед! Не сломаю дверь, да? Нет, не бей меня! Не бей меня! Не бей! Хватит! Прекратите! Не бейте меня! Не бейте! Нет, не бейте меня! Уйди отсюда! Не бей меня! Чёрта позла гор! Проваливай отсюда! И, собственно, всем привет, дорогие друзья! С вами я, Жека, и сегодня со мной, ребята, Игорь. Да, ребята, всем привет! И мы решили сделать этот видос из-за того, что совсем недавно у Ферамира, моего друга, и, в принципе, друга Игоря, был стрим, на котором к нему в комнату ворвались, его побили, избили. И мы на эту тему хотели бы сегодня порассуждать. Игорь? Да, в общем-то, мы будем рассуждать на эту тему. Мы не поддерживаем и не как-то не против Ферамира. Мы более на нейтральной стороне. Если это все произошло как-то реально, все вот не розыгрыш никакой, то мы будем, естественно, поддерживать Ферамира. Жек. Да, конечно же, а если это все-таки был розыгрыш, то я хочу сказать, что Ферамир очень крутой шутник, и в принципе он очень все грамотно сделал. Да, какие-то были там некоторые фейлы, то есть, наверное, вы уже поняли, что мы больше придерживаемся той стороны, что это был пранк. И это, ребята, здорово, не нужно его винить за это. Очень круто все получилось, мы, не знаю, все мы сидели в конференции, смотрели его стрим, и мы все смеялись просто, как, не знаю, отбитые какие-то. Да, в общем-то, мы будем соблюдать нейтралитет и не будем не обсирать и не хвалить Ферамира. То есть нам, в общем-то, просто было интересно смотреть стрим, все. И, собственно, ребята, хотелось бы еще сказать про эту мини-сценку в начале. Это просто была шутка, и надеюсь, что вы на нас, ребята, не будете агриться, ведь мы просто решили пошутить над этим и, в принципе, сделать так же, как Ферамир, скорее всего. Да, ребята, так что не надо ставить дизлайки и как-то к нам негативно относиться. Если вы не в курсе, что вообще произошло, мы постараемся найти какие-то скриншоты и прикрепить их на экране, чтобы мы, может, как-то были в курсе этого дела вообще. Итак, дорогие друзья, что же еще хотелось сказать по поводу этой ситуации, почему мы считаем, что это розыгрыш? Ну, если бы ворвались бы какие-то вот бандиты, да, или хейтеры к нему, то, естественно, они бы как-то остановили сразу стрим и, не знаю, не фанились бы. Хотя они спрашивали, как остановить стрим, но что трудного просто взять и выдернуть из розетки компьютер. Да ладно, выдернуть из розетки, там, не знаю, хотя бы вебку выкинуть на пол, выключить комп с помощью кнопки, не знаю, там очень много всяких разных вариантов. А если не совсем яростные хейтеры, то они могли просто-напросто удалить канал за два щелчка, потому что был открыт аккаунт на этом канале. И также, ребята, хотелось бы сказать для вас, чтобы вы нам ничего не писали в личку ВКонтакте по поводу Ферамира, чтобы мы вызвали полицию или что-то еще вроде этого. Мы этого делать не собираемся, по причине того, что мы сами не знаем, был это пранк или это все было по-настоящему. Так что это вы просто будете терять свое время, захламляя нам личку своими глупыми, как по мне, вопросами. Да, и мы не сможем отвечать на реально интересный вопрос. Если Ферамир захочет, то расскажет все сам, и мы тут, в принципе, не особо при делах, ребят, так что вообще не да. При делах, точнее. В принципе, я, наверное, являюсь его другом, знакомым, так что я попытаюсь его как-то поддержать, но все же мне кажется, что за рамки нашего с ним общения это не выйдет. Так что если Ферамир сам захочет вам рассказать, он это сделает. Он же такой же ютубер, как и я, и как Игорь. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Если он вам понравился, почему бы не поставить лайк и не ставить дизлайк, не относиться как-то негативно к нам. Да, ребята, это было всего лишь наше мнение, я хотел с ним поделиться, тем более как раз из-за того, что вы все нас спрашиваете об этом ВКонтакте и в других социальных сетях, и поэтому мы просто не могли не сделать этого видео. Ну а вам я желаю удачи и, в принципе, всем спасибо, до новых встреч! Всем пока!